Что? Я Глей. Ты что, оттуда? И удалось выжить? Ну и как я теперь могу быть уверена, что ты не из них? Я всегда знала, что на островах небезопасно. Возможно, теперь больше людей прислушается ко мне. Береги себя. Дуфумф Груургаш, убийца Скейланов. Веди себя тихо, так будет лучше для тебя же. Никогда не знаешь, не подкрадывается ли один из них к тебе со спины. С обешкуренной гончей проще всего разделаться с помощью огненных шаров или хорошего оружия. Будь настороже! Твоя миссия по поиску реликвий крестоносца напоминает о легендах древних времен. Приятно познакомиться, сэр-рыцарь. Тофф, неугомонный из Блиса, строит что-то и ищет детали для своей конструкции. Еще увидимся. Что ты скалишься, мерзкое отродье? Как насчет того, чтобы пойти покусать моего двойника? Мой двойник преследует меня. Он съест меня. Ты ведь не допустишь этого? Надо найти какой-нибудь выход. Спроси Хорквера об этом. Нашего Хорквера. Не его двойника, он бы тебе соврал точно. Еще увидимся. Мне никогда не случалось встречать своего двойника, и я, конечно же, не хочу об этом говорить. Мне, конечно же, приятно, что эта другая отраби рядом. Я ведь не желаю ей смерти. Береги себя. Я бы смог сделать гораздо больше, если бы в городе не было бы моего двойника-бездельника. Ужасный упадок производительности. Никогда не знаешь, кто есть кто. Слишком долго существовала эта проблема. Волшебник сделал это. Глупый бездельник. У него была теория о том, что в каждом из нас есть две стороны: маниакальная и дементная. Он решил проверить свою теорию, произнести заклинание. Поделил нас всех надвое. И что, мы стали работать в два раза продуктивнее? Нет, вот нелепость.
Мы не можем уничтожить друг друга. Есть правила. А я не хочу закончить жизнь на холме самоубийств. Ты же с другой стороны. Избавься от этого дементного сброда. Они все равно никому не нужны. Не делают никакой работы в городе. Если ты избавишься от них, то я щедро вознагражу тебя. Слишком много раздумий, слишком мало работы. Ладно, подумай над этим. Но держись подальше от другого Хорквера. Он может предложить тебе похожее дело. Этакая обаяшка. Но ему нельзя верить. Сделай правильный выбор. Разговоры изматывают меня. Мой двойник все время что-то делает. Один вид его согнутой спины отнимает у меня всю энергию. Это должно прекратиться! Как раздражают эти двойники, бродящие повсюду. Кроме того, это утомляет. Никак не привыкну к этому. Какой-то безумный волшебник со своей теорией. Он решил, что в каждом из нас есть нечто свойственное мании и нечто свойственное деменции. Ну и что он делает? Что же еще? Произносит заклинание. И посмотри, к чему это привело. Каждого из нас стало по двое. Мы ничего не можем сделать. Здесь есть закон об этом. Случалось бывать на холме самоубийств? Не самое приятное местечко. Но ты в состоянии помочь. Только одна группа двойников сможет остаться. Либо мы дементные, либо эти чертовы маньяки. Это единственный способ как-то улучшить ситуацию. Ты избавишься от маньяков. От всех. Если ты сделаешь это, не пожалеешь. Какая разница? Весь этот разговор утомил меня. Просто держись подальше от другого Хорквера. Он может тебе предложить то же самое. Но он сумасшедший, поверь мне. Можно будет сосчитать гораздо больше трупов, если кто-нибудь избавится ото всех двойников здесь. Было бы неплохо, если бы здесь стало одним трупом больше. Трупом того, кто похож на меня. Понимаешь, к чему я веду? Увидимся. Кто-то должен написать книгу о том, какие трудности у нас тут в Сплите с двойниками. Было бы неплохо прочитать что-нибудь о другой отрабе. Например, эпитафию. Береги себя. Привет. Не ушел, эти есть кузнецы, покупающие янтарь и руду безумия. Они делают доспехи и оружие, притом волшебные. Конечно, дружище. Давай. Увидимся. У меня куча времени. Ну, ты тут нигде позавалялся. Правда. Старайся не сражаться с гранитами в воде или в дождливую погоду. Похоже, им почему-то нравится влага. Они чувствуют себя как дома и на суше. Увидимся. Оу! Что забавного в том, чтобы иметь двойника? Ничего. Почему я перешел дорогу? Чтобы не столкнуться с другим Джидзо. Это не шутка. До свидания. Привет. Что? Тебе не случалось встречать моего двойника, моя миленькая обезьянка? Конечно же, я не люблю его. Нет, нет, мой пирожок. Увидимся. Да?
Привет. Приветствую. Да. Что? Салют. Решение принято. Я уже устал ждать твоего ответа. Отлично. Просто избавься от всех маньяков в городе. Тогда мы станем счастливее. Но не убивай дементных, иначе не жди вознаграждения. Еще увидимся. Ну что там с нашим делом? Меня страшно утомляет ожидание. Проблема решена? Утомительно даже думать об этом, но все же это была хорошая работа. Вот твое вознаграждение. До свидания. Тебе нельзя находить... Решение принято. Хорошо. Немного работенки тебе не помешает. Просто избавься от этого дементного сброда, и нам всем станет лучше. И не трогай маньяков. Если ты случайно убьешь кого-нибудь из нас, ничего от меня не получишь. Увидимся. Разве тебе нечего делать? Например, избавиться от этих дементных ублюдков? Они все мертвы, так? Хм, замечательно! Я обещал награду. Я держу свое обещание.
Теперь найди себе другое занятие. Береги себя. Привет тебе, путешественник, воин, миротворец. Рад назвать тебя другом, Халион, стихотворец. В Крусибле орк проживает один. Он жутко боится котов. Такой здоровяк, а увидев зверька, в обморок падать готов. Прости, прощай, пора сказать, ведь надо мне уж улетать. Салют! Добрый день! Если бы тебе удалось помочь Пайку, он был бы счастлив. Я полюбила его и не могу видеть, как он страдает. Я все пытаюсь написать его портрет. Но лучше бы мне сделать это, когда он вновь почувствует себя счастливым. До свидания. Приятно познакомиться. Меня зовут Пайк. Приветствую тебя в моей скромной обители. Пожалуйста, располагайся. Раз ты все равно уже здесь, я вот подумал, ты мне не поможешь? У меня есть некоторые проблемы. Что ж, мне немного стыдно за это, так что извини меня. Я был рыцарем колючки из Сиродила. Как только я услышал, что открылись ворота на Дрожащие острова, я предположил, что там затаилась опасность. Я отправился сюда и начал исследовать это странное место. Когда я шел через пахучую рощу, на меня напали. Эти мерзкие громиты украли самое ценное, что у меня было. Мой медальон — символ принадлежности к рыцарям. Да, признаюсь, быть рыцарем колючки не представляется мне интересным теперь. Я нашел уют и покой здесь, вдали от суеты Сиродила. Я устал от битв и политики. Но самое главное, я повстречал женщину своей мечты. Если бы мне пришлось оставить Зои, наверное, я стал бы самым одиноким человеком на свете. Видишь, все, что мне дорого, есть тут, в этом прекрасном месте. Несмотря на то, что я поставил крест на своей рыцарской карьере, этот медальон — важная часть моего прошлого. Это единственное доказательство того, что я был рыцарем. Ладно, хватит о прошлом. Так ты окажешь мне любезность? Поможешь достать медальон? Замечательно. Я отмечу пахучую рощу на твоей карте. Удачи, друг! Надеюсь, у тебя хорошие новости? Они бы мне сейчас очень пригодились. Да, наша штаб-квартира находится в Чейдинхолле. Наш командир Фарвилл Индарис, сын графа Чейдинхола, Андела Индариса. Как любит говорить Фарвилл, мы атакуем быстро и точно, как молния. Он прав, хотя, конечно, любит немного преувеличивать. Если ты окажешься в Чейдинхолле, навести нас. Наша резиденция расположена неподалеку от города. Береги себя, друг мой. Приветствую. Кто я? К
Как бы тебе сказать? Недоразумение, обманщица, дура набитая, поэтесса без таланта, тупая графоманша, которая наверняка попортит тебе нервы. Увидимся. Говори быстро, говори скорее. Иди. Удалось узнать что-нибудь о моем медальоне? Подожди-ка. Прости меня за невежливость, но от тебя тянет болотом. Тебе, наверное, удалось побывать в пахучей роще. Мой медальон. Не знаю даже, как тебя отблагодарить. Я решил остаться на Дрожащих островах. Я нашел покой здесь, и мне незачем возвращаться. Поэтому он мне больше не нужен. Пожалуйста, возьми его в качестве вознаграждения.
Спасибо еще раз за медальон Пайка. Он прямо светится от счастья. Береги себя. Yeah.
Yeah!